Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в финалочку на сером Азин Холиплей. Первый сер, мы здесь Кирилл Подбуль. Не забывайте вводить паник по регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И про достижение 5-го вы получите 50 тысяч, про достижение 10-го вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сером Азин Холиплей. Ну что ж, пацаны, поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом. В принципе, желаю вам счастья, здоровья. И самое главное, не задроть. Реально не задроть в эту игру на Новый год особенно. Пройдите этот Новый год со своими друзьями и близкими. Не нужно играть. Наиграться вы всегда успеете, а Новый год бывает всего лишь раз в году. Поэтому запомните, лучше провести этот Новый год с родными и близкими, либо друзьями. Не нужно задротить за компом, пацаны. Это неправильно. Я надеюсь, вы меня поняли и прислушайтесь к моему мнению. Ну что ж, пацаны, как вы знаете, буквально скоро уже Новый год. И я решил поздравить в этом видео рыжиков. Каким способом? Я сделал бинт, что в бинде, в принципе, вы сейчас видите у себя на экранах. Я вставил вам скриншотик. Вот такой вот биндик я сделал, в принципе, чтобы мне было побыстрее, попроще поздравлять рыжиков. А рыжикам я буду давать деньги. У меня на руках есть почти миллион. И этот миллион, ну, почти миллион, я раздам рыжикам. Поэтому, пацаны, с вас, собственно, лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, там будут новости всякие и так далее. Я надеюсь на вашу поддержку. И да, скорее всего, это последнее видео в этом году. Не последнее видео вообще по Амазингу, а последнее видео в этом году по Амазингу. Конечно же, в следующем году я буду снимать, просто сами понимаете, подготовка к Новому году и так далее, поэтому я решил записать вот такое вот видео, последнее, где я поздравлю рыжиков и раздам им денежку. Все, пацаны, давайте ставьте лайки и погнали. Ах да, еще забыл сказать, что я буду именно на санках ездить, потому что это будет более атмосфернее, чем на машине. На машине это будет как-то глупо выглядеть. Я надеюсь, что у рыжиков будут модпаки, они увидят Деда Мороза, у меня есть что скин Деда Мороза, и я буду на санках. Все, пацаны, не будем тянуть, погнали. Итак, я приехал, пацаны, на лесопилку. Здесь есть один человек. Почему это хорошо? Потому что никто не будет меня окружать, там рыжики, и просить денег. Потому что если один человек, так будет попроще. Я с ним смогу нормально поговорить. Итак, давайте подойдем, в принципе, и поговорим. Это еще какая-то типа девушка. Ну, скорее всего, транс, ну да ладно. Так, я включаю бинт, и давайте с ней поговорим. Так, вот я включил бинт, начался разговор, и давайте с ней поговорим. В принципе, она нам ответит или нет. Мне вот это очень интересно. Это реально будет круто, пацаны. Так что ставьте лайки обязательно. Привет, деда. Так, включай бин второй. Хорошо ли ты, вел себя в этом году? Да. Молодец, что хорошо себя вел. Вот, работаю. А какой бы ты хотел подарок на Новый год? Я этот бин, если что, писал сам. Так, давайте спросим, какой она или он хотел подарок на Новый год. Не знаю даже. Включаем бин второй. Вот, держи подарочек от меня. Так, давайте пай 269 и дадим 100 тысяч дадим. Я думаю, на хорошую одежду даже 150. Так, все, включаем еще один бин и уходим. Наступаем с тебя Новым годом. Хоу-хоу-хоу. Все, пацаны. Блин, это так охуенно, пацаны. Представляете, какие-то эмоции просто. Это реально очень круто. Еще мне чувак подыграл. Блин, это классно просто, пацаны. За это, я думаю, реально нужно поставить лайк. Я такие эмоции еще ни разу не получал. Это реально очень приятно, так атмосферно. Ты такой Дед Мороз, на санках подъезжаешь, общаешься. Ну, блин, это очень круто, реально. Так, я тут нашел рыжика, давайте я бин включу. У меня к тебе вопрос. Так, давайте посмотрим, ответит он или нет нам. В принципе, поэтому это будет очень круто. Так, он нам ответит или нет? Скорее всего, нет, да, что-то какой-то он странный. Или, видимо, он не любит Деда Мороза. Либо не верит в Деда Мороза. Какой? Хорошо ли ты вел себя в этом году? Вот это уже интересно, он начал разговор, пацаны. Это уже реально интересно. А что? Так, давайте напишем. Молодец, хорошо, что себя вел в этом году. А какой бы ты хотел подарок на Новый год? Давайте у него спросим. В принципе, какой бы он хотел подарок на Новый год. Ждем от него ответа. Интересно, что он скажет. Ну, деньги бы или оружие. Так, давайте пишем. Вот, держи подарочек от меня. Так, пай 320, 50 тысяч. Так, раз. Давай, два. Вау, пишет. Так, принимай. И три. Так, держи, дружище. С наступающим тебя Новым годом. Все, и просто уезжаем. Блин, это очень круто, пацаны. Я тебя люблю, блин, по-дружески. Давайте улыбнусь и поехали, короче. Так, я нашел еще одного чувака, давайте посмотрим, он нам ответит или нет, в принципе. Он тут бегает, работает, я так понял. Поэтому, какой? Вот, отлично. Когда зовут какой, все, это уже пошел контакт, пацаны. Я вам реально просто отвечаю. Так, давайте посмотрим, что он ответит, хорошо ли он себя вел в этом году. Это будет реально прикольно, да. Так, молодец, что хорошо себя вел. А какой ты бы хотел подарок на Новый год? Так, блин, тут люди собрались, это довольно-таки хреново на самом деле. Так, Дед Мороз. Те, кто будет реально вот так просить, я не буду ему отвечать.
получать. Так, машину. Вот держи подарочек от меня. Так, давайте пишем пай 147 и передаем ему деньги. Дадим ему 150 тысяч. Я думаю, это на какую-то машину, да, ему хватит. В принципе. Так, раз, два, три. Так, сейчас я переключу язык и пишем ему. С наступающим тебя Новым годом. Хоу-хоу-хоу. Так, пацаны, я тут нашел Рыжика, давайте у него зададим вопрос. Так, хоу-хоу-хоу, я Дед Мороз, у меня к тебе вопрос. Блин, этот бит мне так нравится, я его сам делал, реально по кайфу. Тем более на маршрутке работает Рыжик, поэтому он вообще будет, я думаю, очень рад. Так, какой вопрос? Отлично. Так, хорошо ли ты вел себя в этом году? Давайте у него спросим. Можно было стишок бы просить, но, пацаны, это было бы очень долго. Я не уверен, что все знают стишки. Так, он пишет «Да». Молодец, что хорошо себя вел. Мама гордится. А какой бы ты хотел подарок на Новый год? Вот, я ему такой вопрос задаю. Так, машину. Так, давайте, вот, держи подарочек от меня. Так, давайте ему тогда дадим деньги. Так, 14. Шестерку он хочет, а? Ну, я думаю, на шестерку ему точно должно хватить. Передаем ему деньги. Раз, два. Так, спасибо. Так, еще раз. Так, с наступающим тебя Новым годом. Хоу-хоу-хоу. Все, можно, пацаны, уезжать дальше. Так, я нашел Рыжика еще одного. Так, Франк у нас какой-то на Запорожье. Я решил к нему подъехать. Еще какая-то девушка стоит. Это типа подписчица, так понял. Ну да ладно. Так, хорошо ли ты себя вел в этом году? Я у него спросил. Как бы он написал, ну, типа, какой вопрос, я так понял. Блин, ну бесит, когда много людей. Поэтому я стараюсь находить Рыжиков, которые сами просто находятся. На ферме много Рыжиков. Но если я буду с одним стоять, подбегут все просто. И, ну, получится некрасиво, как бы, да. Так, да, хорошо. Так, отлично. Молодец, что хорошо себя вел. Какой бы ты хотел подарок на Новый год? Давайте у него спросим, посмотрим, что он мне ответит. Он написал, хочу PS4 Pro. Я, конечно, ему такое не могу дать, поэтому давайте я ему напишу, вот, держи подарочек от меня. Пай 261 и 50 тысяч. Так, дадим ему тоже 150 тысяч, как и всем давали. Так, давай еще раз бери. И еще взял. Так, все. Написали ему с наступающим Новым годом, и можно, в принципе, уезжать. Остались последние 150 тысяч, в принципе. Ну, то есть, еще одного человека мы можем поздравить. Так, я встретил еще одного Рыжика. Так, давайте спросим у него, в принципе, какой он хочет подарок на Новый год. Как раз остались последние деньги. Хорошо ли ты вел себя в этом году? Давайте у него спросим, да. Так, молодец. Какой бы ты хотел подарок? Давайте у него спросим. У меня не пишется эта хуйня. А, во. Какой бы ты хотел подарок на Новый год? Давайте у него спросим. Как раз 150 тысяч последние остались. И, скорее всего, они достанутся ему. Я бы хотел отметить с друзьями Новый год. Вот это реально красавчик. И с тобой, лол. Так, 334. Давайте ему передадим деньги. Так, пишем ему с наступающим Новым годом и уезжаем просто, пацаны. Ну что ж, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Неудачные моменты я вам не показываю. Ну, потому что я не вижу в этом смысла. Были разные люди, которые говорили, да, еще денег. Либо я ничего не хочу на Новый год. Либо кто-то мешал. Поэтому это я вам не показывал, если что. Также, кто хочет тоже получить денежку в праздничные дни, то можете вводить мой промокод. Как только вы прокачаетесь до 10 уровня, вы получите 150 тысяч. Поэтому используйте промокод, и у вас тоже будет денежка. Еще раз поздравляю всех с наступающим Новым годом. Вам счастья, здоровья, и повторюсь, проведите этот Новый год со своими друзьями и близкими. Не нужно играть в этот Новый год, потому что, повторюсь, Новый год бывает только раз в году. Наиграться вы еще успеете, пацаны. У вас еще каникулы есть впереди, там, и так далее. Вся жизнь еще впереди, а Новый год бывает всего лишь раз в году. Я надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, на ваши подписки на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на группу. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.